также заметили, что они активно действуют через комментарии читателей. И это стало для нас настоящим вызовом. Если год назад мы удаляли порядка 700-800 читательских комментариев, то сейчас это 2500-3000 комментариев. Это тролли, потому что мы видим повторяющиеся мысли, послания и определенные тренды. Они хотят подорвать взгляды литовцев, деморализовать аудиторию. Заявляют «вы плохие». Говорят, мол, вам не добиться успеха в год президентства Литвы в Евросоюзе, вам не надо выдвигать никаких инициатив, потому что они все равно потерпят крах. Ваша армия в Афганистане, вы литовцы, сами оккупанты. Я вижу, что эти тролли становятся хитрее. Они все больше начинают писать на литовском языке, а не на русском. Они уже не такие откровенно грубые, как было раньше.